главных задач на сегодняшний день это... Сейчас задача одна. Задача одна – это увеличение производительности труда, естественно, сокращение издержек, затрат. Затрат в основном имеется в виду трудозатрат. И за счет этого, конечно, увеличение, еще раз повторюсь, в два раза тех изделий, которые вы делаете, и они так необходимы. Именно поэтому мы надеемся на то, что те обязательства, которые взяли на себя в 2023 году, в 2024 году, в целом по программе, они будут выполнены, и у нас действительно появится, помимо того, что уже есть, у нас появится и новые дополнительные изделия, которые отсутствуют у, не только у сегодняшнего противника, но и вообще.